Ноль секунд. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Мало кто знает, что чувашские предприятия на протяжении многих лет помогают развивать космическую индустрию страны. Каждая такая ракета-носитель начинена проводами, произведенными на Чебоксарском заводе «Чувашкабель». Основная задача для нас – это найти оптимальные и наиболее эффективные инженерные решения при переработке именно кабелей и проводов в бортовую сеть изделий. Ну и сделать так, чтобы наша продукция была более технологичная. Представляя нашу продукцию, мы сразу даем рекомендации по инструменту, по способам переработки, что облегчает, в общем-то, адаптацию. Сейчас на заводе производят более 30 модификаций проводов. Чувашские кабели применяют при сборке холодильников, машин, самолетов, кораблей и даже танков. Кто основные заказчики? Хрынчев. Хрынчев и КБП ТУ. Приборостроение. Ну, Коломны, исключив бюро приборостроения на очереди, и Сухой. Перспективы хорошие. Хорошо. Надеемся. За последние годы спрос на эту продукцию повысился. Хотя раньше провода предпочитали закупать за рубежом. В последние годы произошел большой прорыв в производстве кабелей и проводов для техники специального назначения. Появились новые материалы, и Россия в этом отношении несколько отставала от Запада и Соединенных Штатов. На сегодня материалы стали появляться и у нас. В предыдущие годы, чтобы повысить качество продукции, под этой маркой закупалось достаточно много импортных проводов. Достаточно много. Сейчас мы практически полностью вытесняем зарубежные провода. Ну, это и правильно, у нас они по качеству получше. Производственные цеха завода оснащены современной техникой. На провода наносят фторопласт и гальванические сплавы. Недавно здесь начали выпускать и кабели для системы электрообогрева. Их изолируют специальными материалами, которые способны выдержать даже экстремально низкие температуры. Вообще, производство кабелей – ювелирная работа. За каждый процесс отвечает отдельный специалист. Моя операция – это усаживание трубки. Включается фен. Устанавливается температура определенная, на каждую трубку своя, и мы постепенно, нагревая, мы усаживаем трубку. Перед подобными заводами открываются неплохие перспективы, отмечает глава республики. Чувашкабель обеспечен стабильными заказами на годы вперед. Тем более контракты по линии оборонно-промышленного комплекса, это очень здорово. Это гарантированный заказ, гарантированная оплата. И у вас будет увеличиваться производительность труда, и от производительности труда соответствующий уровень заработной платы. Вот это очень важно. Я посмотрел показатели, динамика хорошая у вас, и уровень зарплаты практически у вас выше, чем средний уровень зарплаты по городу Чебоксар. На оборонно-промышленный комплекс в республике работают десятки предприятий. Сейчас чувашии выпускают резиновые пластины для подводных лодок, бортовую технику для самолетов МиГ, автофургоны для военных. В стране продолжается модернизация армии и флота. Эта программа стимулирует заводы, которые продолжают разрабатывать инновационную технику. Импортозамещающие устройства делают и в Чувашии.